вкладывать только финансы и платить их, просто платить налоги. Государственные вкладки. Если бы реализовался, без нами была бы другое. Не армянская, а более развитая, более современная. Так что это действительно духовный центр, общественный. Да, вот первый раз. Видите, как видите, знаю. Нормально, вы знаете. Сегодня были между нами. Я посмотрел на зале, все. Более у нас все хозяйственный уклон. У нас сейчас уже более технократически. Мы намного пить. Тетрадный базар посмотрели. То, что есть, это мы уже прошли. Ну, где-то на, опережаем на определенные несколько больших шагов впереди. Но это естественный процесс. А так народ прекрасный. Страна отличная. Ну, у нас тоже перестройка, модернизация. Первые сети. У нас маркетинг идет. Посмотрел я с номер первый. У нас более развито, если пряж есть, сети есть, и все это есть. Ну, это естественный процесс. Ну и что? Надо развиваться, строить свои продукции. Надо вкладывать, отдавать. Это политическая элита должна быть сознательной. Вкладывать. А как поведет себя политическая элита, как поведет себя масса народ. Там, где не посадишь, ничего не вырастет. А может быть, травка вырастет. Сколько у вас каналов? 10 молдавских. Нет, я работаю на спорте. Ну, холдинг, сколько вот? 4 телевидения. У вас 4 канала, а сколько национальных молдавских каналов? Нет, почему я хотел сопоставить? У нас действует 18 каналов. У нас многие транслируют. Это мы транслируем, и CNN, и тогда национальные. Вы вчера скоро были в акцентах, я знаю уже. Акценты, да. Ну сколько каналов? Вы работник СМИ. Несете слово масс. 7, 12, 17. Вечерние и так далее, развлекательные, спортивные, музыкальные. Дорогие друзья, прошу всех подойти к нашему поминальному столу. Всем. Удачи вам. Спасибо. Просто не стесняться, всех.